Всем привет! У нас снова очередная посылка с Китая. Это у нас набор из 4 инструментов для легкого снятия дверных карт, автомобильных аудиосистем и других элементов. Так вот, так она была запакована. Сейчас ее откроем. Обошлась она в 3,5 доллара, шла около месяца в Украине. Вот видим, так она запечатана. Сейчас я найду конец скотча. О, все. Очень хорошо упаковал продавец. Вот сами инструменты. Сейчас тоже пробуем. Открыть. Да, хорошо так запечатал. От души прям. Сейчас еще резанем. Вот сами инструменты. В интернете пишут, что изготовлены из полиуретана, который не царапает и не наносит повреждения крашеным и кожаным, хромированным и другим поверхностям. Благодаря уникальному дизайну инструменты можно использовать в труднодоступных частях обивок и демонтировать отдельные элементы. Инструменты также подходят для работы с любой маркой автомобиля. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!